Печально осознавать, что лето закончилось. Это у тебя все печально, но наши респонденты так не считают. Поступил на прикладную информатику, КНИТ. Все очень интересно. 6-й год учусь в нашем университете, и с каждым годом университет все больше и больше преображается. Это очень хороший коллектив, дружный. Все, в общем, нравится. Это новые знания, новые люди. Довольно сложно адаптироваться после летних каникул, после такого перерыва. Я первокурсник. Мне здесь очень нравится. Удивился масштабом этого большого университета. Очень большой университет. И все по-новому, везде ремонт, все очень интересно, удобно, даже красиво. Мы еще не знаем нигде аудитории, нигде лекции, но все равно знакомство с новыми людьми весело, интересно. Первая неделя, конечно, была очень сложной, в том плане, что все новое. Институт, университет очень большой, легко запутаться. А так, в принципе, все нравится, все интересно. Так вообще, в принципе, немножко, конечно, тяжеловато, нежели в школе, но это очень интересно, мне кажется. Мы биологи, и у нас зоология, ботаника проходит очень интересно, преподаватели очень хорошие. Конечно же, первая неделя немножечко облегченная по сравнению с другими трудовыми буднями, которые нас ждут впереди. Но все же наш медицинский факультет не дает нам уснуть. Нам приходится готовиться и днями, и ночами, ходим на операции, стараемся, спасаем жизни людей. Университет – это наш второй дом.